дядя Толя. Всем привет! Анекдот про гаишников. Это прям целая серия у меня есть, но ну, давайте вот такого начнем. Короче, мужик, обычно мужик нормально едет на машине, останавливает его гаишник. И что-то там у гаишника, видимо, денег надо, он докопался до этого мужика. А вот где ваш аварийный знак? А где у вас аптечка? Вот, а вот что-то того вроде нет, это что-то сломанное. А вот здесь у вас ремешок неправильно пристёк. А вот здесь у вас фара там левая. Докопался. Вообще разли... А мужик, нормальный мужик, ну вроде все у него нормально. Разозлился и говорит: слушай, товарищ гаишник, ну что, говорит, вот вы меня так достали, вот скажите, если я вас сейчас обзову мудаком, вот, наверное, какое-то наказание есть? Он говорит: ну, конечно, есть. При исполнении вы меня называете мудаком, это административный штраф, там, деньга, ну, короче говоря, да, очень много наказаний. Мужик говорит: а если я, вот если я не назову вас мудаком, а только подумаю, что вы мудак? Он такой говорит: ну, если вы только подумаете, то, конечно, я никак придраться вам не могу. Мужик говорит: знаете, товарищ гаишник, я думаю, что вы мудак. Вот, ребят, обязательно подпишитесь, поставьте лайк и комментарий. И еще, кстати, напоминаю, что у нас были записаны 10 января. Обязательно посмотрите. До новых встреч. Баклажан, дядя Толя. Баклажан, дядя Толя.